Пати в деревне. Мы зажигаем тут, короче. А кто там второй-то? Ловко. А это вы, придурки. Это GoPro. Ну все, пойдем. Теперь пойдем к овечкам. Пойдем к овечкам, да. Овечки устали. Он увел их просто, мужик их увел. Мужик ему ответил. Ну вот, вот и красоты. Тут еще с кем-то можно поболтать? Нет. Только овцы и собаки. Люди здесь не разговаривают. Разве что топорами. Это как в Resident Evil 4. Да-да-да. Ты не хочешь ответить? Нет. На этих улицах я рос и развивался. И почему я таким и вырос? Странно. Ба. Да. Ну это вот отель 5 звезд местный. VIP, так сказать. Президентский люкс. Престижный район. Практически Беверли-Хиллз. Если честно, сейчас чуть штаны не наложил. Это было очень неожиданно. Давай. Хорошо, туда не пошел, там уже гетто начинается. Блин, в свинарник забыли залезть. Залезем? Ты можешь камеру в окно проткнуть, но окно сейчас закрыто, потому что, ну, чтобы типа было тепло. Слушай, а представляешь, я туда просуну и камера упадет. Тут злая собака. Тут все злые. Еще одна злая собака. Тут нет добра. Злая тетя, наверное, ходит. Мужик на тракторе. Слушай, это не тот самый трактор, на котором Дима и Дима фоткались? А, модель, да. Не, они фоткались на этом, который с кабиной. Свинья. Лиза поехала. Точнее, нет, ее
Наверное, какой-то родственник. После тусовки привезли. Ну да. Сама не смогла дойти. Тусовка была слишком хороша. Beverly Hills. That's where I want to be. Living in Beverly Hills, Beverly Hills. Знаешь песню эту? Слушай, может мы туда не пойдем? Мне кажется, в моих кедах. Я хотел тебя прочитать про памятник. Вот ты можешь не идти, я в том числе. А, нет, ну давай подойдем, я уже вроде нормально. Жертвы фашистского террора. Имена. Это погибшим с 1941 по 1945 года. Типа жители деревни? Битвы с фашизмом, да. Хочешь? Да нет, просто есть, можно. Вот это вот. Ну, можно, в принципе, да. Ну, потом. Помыться. На обратном пути. И помоемся, и попьем. Давай лучше там пойдем, если я посол. Я обливание устроил. Вот эти тушки посходить, но ты как-то в этих посолках пойдешь? Ну да, что-то как-то. Давай туда пойдем. Пойдем.